Погода наладилась. Я побрился. Можно делать очередное. Очередное можно делать. Рассказывать. Так, что у нас сегодня? Сегодня несколько тем интересных. Ну, первая тема. Вот про разного рода там операции, то есть разрезы, внедрение в организм хирургически. Как-то посмотреть, ну что такое там разрез. Разрезали там. Ну что-то там выбросили. По мнению медицины ненужное. Зашили, все в порядке. Казалось бы, да? И вот я вспоминаю свой разрез. Аппендицит. Сделали аппендицит. Это мне сделали где-то еще на 20-м году жизни. Хоп, после его геморрой возник. Ну, здравствуй. Ну, здравствуй. Здравствуй. Добро здоровится. А, по интернету, на ютубе. Да. Вот. Казалось бы, ну. Тут еще можно, так сказать, как-то кишечник увязать с какими-то там изменениями. Сосудистыми. И это не только у меня. У своего знакомого так и разговорились. Он тоже говорит, сделали аппендицит. После этого геморрой вылез. Вот, пришлось с ним побороться не один десяток лет, чтобы забыть о нем. Это раз. Свежий случай. Я вот как раз был в Кремниевой терме, станица Ярославская, Краснодарский край. Ко мне мужчина, разговорились, у него здесь вот такой шрам. Вот такой вот, знаете, как будто ножом полосанули. Свеженький. Вот. Говорит, что вот забились у него там сосуды, сонные артерии на 95%. И врачи предложили почистить. Вот. То есть вот это, то, что сонная артерия здесь, это уже вторая операция. А первая, значит, через паховую там артерию или там вену они запустили специальную штучку, называется вроде как катетер, добрались тем где-то там до сердца, до сосудов, связанных с сердцем, и их почистили. Вот, ну это первый раз было. И вот после этого я до этого ходил нормально. Все, бегал там. Около 10 километров мне дать было легко и просто. А теперь, говорит, ноги не идут после этого вмешательства. Вот начну, и потом они разболелись. И все. И тем не менее, человек же думает, ага, раз там что-то тебе почистили, то это якобы навсегда. Увы,
через какое-то время повторная операция вот с этой сонной артерии. Здесь разрез такой хороший, добрячий сделали. Вот, поэтому... Да, а что же делать? Как же чистить сосуды? Чистить сосуды. Вот тот же Дмитрий Лобза, если мне... Я так ничего не путаю. Он сам страдал различными заболеваниями, связанными с сосудами. В том числе с расширением вен там и прочее, прочее, прочее. И вот стал регулярненько пить талую воду. Подчеркиваю, талая вода — это та вода, в которой еще плавает лед. То есть вы взяли кастрюльку литровую, допустим, морозилку, вынули. Вот то, что не замерзло, не замерзло, вылили. Ставите при комнатной температуре. Лед у вас начинает таять, естественно, он плавает в течение дня. И вы так один лоточек сделали, другой лоточек сделали. И так в течение дня ее попиваете. И вот такое простое средство позволило очистить сосуды, растворить вот эти все сгустки. Исчезли вены, совсем по-другому суставы пошли. Кожа стала. Вот такие вот интересные вещи происходят. То есть есть альтернатива без хирургического вмешательства в организм для чистки сосудов. Я уж не говорю о голодании, о диете и прочих вещах очевидных. Например, когда исследовали умерших во время блокады, сосудики у них были чистые. То есть организм на таком недостаточном питании... А это можно отрегулировать, не обязательно там действительно голодать, как-то все это сделать. Он там все эти запасики холестерина почистил, все было чистенькое и хорошее. То есть итог нашей этой беседы первый — это то, что первое — хирургическое вмешательство, просто разрез, безобидный разрез, не проходит даром. Что-то перерезается такое, помимо там сосудов, я уж о нервах не говорю, вот, что впоследствии сказывается на работоспособности организма. Он должен как-то по-другому работать. То есть вот это вот перерезание действует вот так вот. Это первое. Второе — те проблемы с чисткой сосудов, которые так изощряются, будем вводить вам там ёршиком чистить, ваши сосуды удалять, не понимая, что привело к их засорению, ведут к тому, что первое — наносится такой какой-то скрытый вред, который потом переходит в явный. И травмированные там поверхности этих же сосудов и еще там что там происходит. Вот это служит предпосылкой для того, чтобы дальше этот же самый процесс шел еще быстрее. То есть будет только чистить, чистить, чистить. Вот. И все это можно решить совсем иными средствами, гуманными. Подчеркиваю слово «гуманность», о котором так говорит современная медицина, современное общество. Гуманность, понимаете? Ну, на этом я
нашу первую беседу закончу.